5 октября 2021 года в 14 часов 40 минут около дома 48 на улице Тельмана со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Чехова двигался автомобиль Volkswagen под управлением 36-летнего водителя, который не выполнил требования дорожного знака 24 «Уступи дорогу» и совершил наезд на 70-летнего велосипедиста, который следовал справа налево по ходу движения автомобиля по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил телесные повреждения. Госавтоинспекция напоминает, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, которое движется по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.